Так что мы можем сказать, глядя на состав Каунти. Реал начнет матч в следующем составе. Лаутах Эдерсон. Вирджил Ван Дик в защите сыграет вместе с Лораном Бланом в центре защиты. Впереди Мирослав Клозе начнет вместе с Робертом Левандовским. В нашей игре Джонатан Клаус. Это Джонатан Клаус. С фланга он врывается. И на этом атака завершается. Мирослав Клоза. Левандовский. Можно забивать! Не прошел удар. Можно выдыхать. Лике Мартенс. Какой интересный пас. Надо сравнивать. Забивай. Удар заблокирован. Пас на Руди Феллера. Ренан Лоди. Вирджил Ван Дейк. Ван Дейк. Роберт Левандовский. Ренан Лоди. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Отлично вратарь играет. Очень здорово прессингуют они. Миро Клозе. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику.
Вилья. Левандовский. Вратарь в игре тащит этот удар. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Здорово! Очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот. Ворота все ближе, хорошее движение вперед. Руди Феллер с мячом. Великолепное спасение Эдерсона. Как он потащил этот мяч. Удар с близкого расстояния и браво, вратарь. Получается навесить в штрафную. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Здесь боковой четко дает понять, что было вне игры, гол засчитан не будет. Атака получилась вплоть до последнего момента. В ней все было разыграно здорово, но все-таки игрок залез в офсайд. Надо пробить! Опасно! Гол! И повтор гола смотрим. Мастерский проход, великолепный дриблинг и мяч в сетке. Здорово, очень здорово сыграно. Сельма Баша. Мяч в игре, хорошо исполнено. Хорошо в отборе сыграно, будет аут. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Вот может быть опасно. Накрывает этот удар игрок. И мяч в воротах, разница плюс 4 в их пользу. Соперники обескуражены. Вот повтор, насколько все-таки важно для игрока оказаться в нужный момент, в нужном месте. Отличный гол. Они теряют мяч. Здорово держит мяч и продвигается вперед. Браво! Sick of these dudes, sick of the tunes, don't like listening, illest of mood, I'm illest on tune, stated from start, except when P take part, that's when I spark, ignite like guilty spark, I wear spark. Giantly tip your whole planet into shape, so where you can listen, it's the bake of the century, you'll remember my soft subtle tones when everything don't make sense, it's a mystery, I'm gone with... Всем привет и добро пожаловать на футбол, где бы вы ни находились. Комментаторы сегодняшнего матча Георгий Черданцев и Константин Генич. Говорит и показывает Division Rival, самый бескомпромиссный режим. Реал против Saints. Заждались мы футбола, Георгий. Здорово, что наконец-то пришло его время. Реал начнет матч в следующем составе. В воротах Эдерсон. В обороне Санетти сыграет с Ренноном Лоди на краях обороны. И к линии нападения в ней Роберт Левандовский сыграет с Мирославом Клозе. Состав Saints. Ник Поуп играет сегодня в воротах. Рикардо Карвальо начинает с Рафаэлем Вараном. Гулит вместе с Лотером Матеосом в центре полузащиты. И в нападении Тимо Вернер сыграет в паре с Жоаом Феликсом. Рэшфорд ошибается в передаче. Атакует Реал. Очень опасно могло быть. Тимо Вернер.
Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Роберт Левандовский. Гол! Совсем мало времени прошло, и счет опять стал равным. Счет снова равный, 1-1. Маркус Решфорд. Карвалью. Они снова с мячом, пас перехвачен. Виллиан. Роберт Левандовский. Офсайд. Боковой судья поднимает флажок. Лотар Матеус. Здорово отдает на ход. Выглядело все опасно, но перехват поставил точку в этой атаке. Реал идет вперед. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Мяч в воротах оказывается. Сейнс теперь уступает в счете, и им приходится разыгрывать мяч с центра поля. Решфорд. Перехват, они снова с мячом. Роберт Левандовский. Потери и у соперников мяч. Жоао Феликс. Вернер играет на ход. Отбивает мяч Эдерсон. Гол! Вот так и нужно реагировать на пропущенный мяч. Они сразу же пошли в атаку и сравняли счет. Баран. Рут Гуллит. Жестко он в отборе играет. Браво, защитник. Идет мяч в штрафную. И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Вручает команду после углового голкипера. Карвалью. Тимо Вернер. Рут Гуллит. Без мяча соперник. Хороший отбор. Опасно это будет. Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть до Верного свое владение. Будет угловой, и это, конечно, возможность забить и выйти вперед. Жоао Феликс. Отличный момент есть. Вратарь в деле, отражает удар. Пас перехвачен. Опасный пас. Он заблокировал удар, угроза миновала. Левандовский. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Миро Клозе. Рафаэль Варан. Рут Гуллит. Опасная атака могла быть, если бы не перехват.
У Левандовского есть пространство на фланге, есть куда двигаться. Пытается тут придумать что-то. Мяч покинул поле, угловой удар. В центр штрафной, мяч с углового летит. Очередной угловой в этом матче. И берет удар на себя. Рут Гуллит. Играть еще минуту, столько добавлено к основному времени. Очень здорово прессингуют они. Ну что же, будем считать, команды присматривались друг к другу в первом тайме, а победителя определят после перерыва. Второй тайм начался. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Рикардо Карвалью. Рафаэль Варан. Бернардо. Жоао Феликс. Есть свободное место на фланге. Тимо Вернер. Ну же, забивай! И есть блок. Жоао Феликс. Мяч потерян. Лозе очень он опасен с мячом. И есть варианты тут. Решфорд. Интересный пас получился. Нет ничего опасного в этом эпизоде. Пас на ход партнеру. Лоран Блан. Это Санетти. Этот мяч идет к Лозе. Такой удар для вратаря не опасен. Жоао Феликс. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Рафаэль Варан. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Подача. Там есть Левандовский. Не смогла атака развиться дальше. Тимо Вернер. Бернардо Сильва. Пошли вперед Сейнс. Но ничего здесь не получается создать. Мирослав Клозе. Виля. Уверенная игра в своей штрафной. Реал атакует через фланг, там есть свободная зона. Вернулся мяч к Сейнс. Не было давления на него никакого, просто не смог с мячом справиться. Ренан Лоди. Обратно на Левандовского.
Кирян. Трибуны просят гол. Левандовский. Вот так и нужно играть у своих ворот. Маркус Решфорд. Жоа Феликс. Мяч в воротах, и это гол. Игра продолжается, счет 3-2. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Пошли последние 15 минут. Отлично отдал на ход. И все на этом. Атака заканчивается офсайдом. Очень обидно, потому что сделано все было здорово и могло получиться что-то опасное. Но вне игры фиксирует арбитр. Пришло время выпустить свежего игрока на поле. Жоао Феликс. Тимо Вернер. Отличный перехват. На этом атака закончена. Неудачно распорядились мячом. Все силы вперед. Разница в счете минимальна. Обязательно нужно забивать. Роберт Левандовский. О-хо-хо! Мяч в воротах. Счет равный. Сколько там осталось играть? Минута. Бернарду Силва. Рафаэль Варан. Рут Гуллит. Есть момент, чтобы вырвать победу. Он видит партнера. Отбивает мяч Эдерсон. И перехвачен мяч, иначе опасно могла атака это сложиться. Казалось бы, никто не мог здесь спасти от гола, а Эдерсон смог. Ничья остается на табло, соперник упустил возможность выйти вперед. Браво голкиперу. Хорошо, он пас отдал. Боковой арбитр очень четко реагирует на этот момент и поднимает флажок. Да, судья уверенно сработал, а вот рывок был далеко не идеальным. Поторопился игрок. Пришло время замены, тренер решил внести свои коррективы в игру. И великолепно он игру прочитал, хороший перехват сделал. Все, закончен матч на сегодня, ничья. Отличный матч мы увидели. Гол в самой концовке позволил им вырвать ничью. Хорошая игра в исполнении обеих команд получилась. Отличную игру в исполнении Роберта Левандовского мы увидели. Очень хороший матч он провел. Игроку должно быть обидно, что матч не завершился.